А здесь сейчас сольные ансамбли выигрывают. Когда мы выступаем сольно, мы одни, у нас иногда есть концертмейстер, который может нам помочь что-то там подыграть, подхватить нас где-то еще что-то. На самом деле сольно играть очень легко. Сложнее играть в ансамбле, потому что ты стоишь, ты играешь, ты не один. Рядом с тобой есть, вот, есть несколько человек, которых ты должен обязательно слушать. И играть свое четко и слушать, что играют обязательно они. Сейчас мы проведем коллективный эксперимент. Ира, где твоя флейта? Забирай ее. Вот твоя флейта. Вот моя флейта. Так, бери, где твоя флейта? Бери свою флейту. Софья, бери. И твоя флейта где? Тоже забирай. Сидим на своих местах, Максим тоже, Ирочка на своих местах сидим. А, Максим, ты можешь взять свою флейту тоже. Ксения, там не брали флейту с собой? Нет. Сейчас. На, держи. Почистила? Чистенько, держи. Вот что мы сейчас поделаем с вами. Сейчас, да, флейты все замерзли. Ладно. Есть такая гамма, называется до мажор. Надеюсь, никого это не испугает сейчас. Там все очень просто. По порядку идут нотки, как на фортепиано. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Мы сейчас каноном сыграем эту гамму. Попробуем. Я думаю, что у нас должно получиться. Мы сыграем в две октавы. От до первой октавы до нотки до третьей октавы. По порядочку. Так, значит, мы начнем вот так вот. У нас начнет. Да, встань, чтобы тебе было удобнее. У нас начнут Софья и Саша играть до мажор. Потом подхватите вы. Я покажу, когда вам вступать от до первой октавы. Да, это я поняла. А кто за кем? Вместе, одновременно. О, вы вдвоем, да? Вы вдвоем играете. От до первой до нотки до третьей. То есть мы поднялись наверх си до и спускаемся вниз. И идем вниз. И идем вниз. А потом у нас присоединится вот эта вот парочка. Максим и Ксения Анатольевна. Попробуй. Я покажу все обязательно. А Максим больной, который... Ой, а Максим... Нет, как же я могла... А Максим будет тоже у нас... У нас будет трио в конце вступать. Так что, Максим, давайте вставайте, чтобы я вас тоже готова там. Спрятались, спрятались так хитро. Поехали. Один пустой такт на 4 четверти. Раз, два, три, четыре. Деташе. Какой у нас совместный ансамбль спонтанный получился. Дайте сами себе поаплодируем. Ну и под конец мы нашим существующим ансамблем флейт сыграем парочку номеров про маленьких-маленьких. Давайте, бегом на сцену.